только что я сказал вам всем пока. И теперь снова говорю привет. Мы находимся на улице Победы, в Лазаревском. Снег, гуляют собаки. Слава богу, не агрессивные. Готовится гриль, шашлык, машлык. Ну а мы пройдемся немножечко по улице Победы. Там, наверное, свернем на Октябрьскую и вернемся к моей машине. Чего я сюда приперся? Да просто так. Мне кажется, что здесь был достаточно недавно, но поступила же просьба от Эльзы, а я же не могу уже сказать-то, в районе Катрана пройтись. Вот и проходимся мимо Катрана, Сулугуней, Фитофартов. У меня такое впечатление, что я отсюда и не уходил. Специально иду по этой стороне, так как Катран, здание не маленькое, поэтому как бы большое видится на расстоянии. Лазаревской, как видите, снежок прошелся, уже он как бы прекратился. Это я застегивался, поэтому щелкаю. Но, тем не менее, дорога достаточно скользкая. Я уже говорил в предыдущем ролике, что я пару раз уже чуть не догнал автомобильчики. Несмотря на то, что дорога такая не промерзшая, все тает. Итак, Катран. Вот. Он находится на противоположной стороне, внизу столовая. И еще ниже бассейн, но он там, во внутренней части двора имеется. Вот красивое здание с нарисованной на ней акулкой оранжевой. Пойдемте. Издалека показал, теперь поближе покажу. Здесь я встречал подписчиков неоднократно. И на лавочках. И повыше. Вот Победа 171. Есть коротенький ролик, когда я прогуливался по внутренней территории данного отеля. Показывал мне хозяин. По ним немножечко знакомы были. Ну, как были, знакомы. Но это было в межсезонье, там, то есть на подготовительных работах, поэтому ну, не так красиво, конечно же. Там это надо показывать лицом, когда вот все убрано чистенько. А то это было ранняя весна, кажется, не помню. Ну, дабы ролик не был сильно-сильно коротким, мы с вами отправляемся по улице Победы до Октябрьской. И тут я вспоминаю, что я вот буквально недавно был. Ну, тогда снега не было, поэтому у меня вот такая вот отмазка капитальная. Свежо, очень свежо. Руки немножечко так уже подмерзает. Держать камеру. Пальцы вообще обледенели. Кафе Балатон тоже вспоминал как раз в одном из предыдущих роликов. Но мы на улице Октябрьской. Заснеженной. Когда вы еще увидите заснеженную улицу Октябрьскую? Не так часто я бываю здесь во время снегопадов. Да вообще здесь не так часто бываю, если честно. А улочка достойная, небольшая, но красивая, зеленая, с музами всякими, семьями. Санта-Барбара даже тут есть, на этой улице своя. Приятно. Аромат такого, знаете, не горелого леса, а дрова. В общем, печное отопление явно. И топят не углем. Мне все время напоминает, это какой-то праздник в последнее время. Если раньше это было характерно для Лазаревска, так как не было газа, то сейчас это мне напоминает мое путешествие в Прагу. Там вот на улице частенько на дровах шашлычок, мушлычок и такой приятный запах. Не только дров, которые горят, но и всяких явств. Улица ей еле-еле вот так вот отделывает. Хотя ничего она не отделывается, что? Люди ездят еле-еле. Вот, наверное, это хотел сказать. Что-то я туплю уже. Замерз. Сейчас пойдем. О, аккумулятор садится. Перейдем через дорогу.
Ну, как правило, все ролики должны заканчиваться около моря. Все пути у нас куда ведут? Не в Рим, а к морю в нашей местности. Мне не получилось показать пляж «Морская звезда» там в одном из предыдущих роликов, когда я к Таширу ходил. Ну вот, здесь там доступ у нас свободный. Пока не сел аккумулятор. Перебежим дорогу. Специально неподготовленным для этого месте. Уже и солнышко вышло. Да и летать можно, в принципе. А коптер у меня в машине. Будем идти сюда. Покажу вам море. У нас же нынче шторм. Вот такой вот. На пляже ни души. Волны так ничего, тоже хороши. Так вот полечится. Вот такие вот дела. Нынче в Ладвинском. Все показал. И Октябрьский, и Октябрьскую, и Победы, и даже немножечко моря. Ну что, всем пока. До новых встреч в эфире. Побежал греться.